Всем привет, с вами я, Варя, и сегодня я вам перевел целый Poppy Playtime Chapter 2, но только не так уж и хорошо. Ну, как смог, так и перевел. Ладно, давайте, смотрите быстрее, как она переводится. Видео и так, наверное, будет длинное. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Корпорация Playtime — это продукт великого человека по имени Элиот Людвиг. Разведен, но в душе семьянин. Его цель всегда заключалась в том, чтобы дарить удивительные игрушки удивительным детям по всему миру. Людвиг провел бесчисленное количество часов на фабрике, безжалостно работая сверхурочно, пытаясь постоянно вводить новшества и удивлять. В 1960-х трагическая гибель семьи довела Людвига до отчаяния. С его амбициями он снова взялся за работу и продолжил воплощать в жизнь свое видение фабрики игрушек Playtime Corporation. Людвиг никогда не мог позволить себе оставить проект незавершенным. Но как одному человеку удалось создать такую удивительную империю? Как ему удавалось сохранять решимость даже после такой трагичной потери? Все началось в тот роковой год. 1960. Come on. Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the vents. This way. Listen, I'm going to need you to trust me. Welcome to the Game Station. I'm Stella,
And we've got three super-duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Добро пожаловать в музыкальную память. Это продвинутое испытание памяти и когнитивных функций, разработано для стимуляции нескольких отделов мозга, позволяя нам видеть, насколько быстро и эффективно ваш мозг работает. Будет показана последовательность цветов, и вы будете должны воссоздать ее, используя кнопки вокруг вас. Банза будет медленно спускаться к вам. Когда вы завершите последовательность правильно, банза снова поднимется наверх. Когда вы введете ее неверно, банза будет спускаться все быстрее и быстрее. Если банза доберется до вас, ваше испытание будет завершено. Испытание будет постепенно усложняться более длинными последовательностями и меньшим временем на ответ. На этом все. Удачи! Amazing! Mommy hasn't seen the place up and running in years! Mommy can only imagine how excited Bunzo must be! It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell! Good luck! Oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Что ж, наконец-то это случилось. После многих лет игнора, компания реально услышала все мои жалобы. Агась, они выслушали меня очень внимательно. Думаю, мои слова правда вдохновили их на действия. Потому что на следующий день меня понизили в должности за грёбаную кучу неудачных игрушек! Я так много работал над собой. You did fantastic! Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy! Head downstairs and have fun! Добро пожаловать в Ударь Вагги! Это продвинутое испытание разработано для проверки вашей способности к реакции. Для этого вам будет предоставлен ранцехват с двумя руками. Вокруг вас находится 18 крупных отверстий. Милая игрушка Хаги Ваги может появиться из любого из этих отверстий. Если она появится, попадите в нее из ранцехвата. На этом все. Удачи! The toys in this game used to have strings attached to them,
so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Oh, you did it. Hooray! Mommy is so proud of you. Here, Mommy has another hint for you. Only one game left to play. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Though, it's never too late to change your mind. Ты не против съемки? Ну, совсем нет, сэр. То, что я хотел услышать. Что ж, Маркус? Что случилось? Понимаете, я уже собирался домой. Вдруг осознал, что забыл свой чертов бумажник в кафетерии. И бегу я такой через лобби. И там я это и увидел. Ручка швабры застряла под дверью в крыло инноваций. И что ты сделал, Маркус? Ну, я тут просто думал, что смогу вытянуть эту чертову ручку, и дверь закроется. И? Ну, я тянусь к этой штуке, и ручка швабры начинает дергаться сама по себе. Напугала меня до усрачки. Я думал, что кроме меня там никого нет. Ну, и потом я решил заглянуть под дверь и увидел чертовски большое существо в коридоре. Существо? Ты уверен, что это был не человек? Это не человек, оно 15 метров в длину и сотни ног. Маркус, ты меня расстраиваешь. Может быть, ты просто увидел толпу людей, идущих мимо? Слушайте, это были не люди! Понятно? Я понятия не имею, что это было, но это был не человек. Кому ты еще рассказал об этом? Кроме меня, очевидно. Только вам, сэр. Очевидно. Хорошо. Я попрошу охрану посмотреть записи с камер. Что? Там чертов гигантский монстр! Просмотр записи никак не поможет. Ты забываешься, Маркус. Мы делаем игрушки, не монстров. Теперь давай, убирайся с глаз моих. А вообще, принеси мне кофе. А вообще, забудь, исчезни. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last time. Hope you had a fun day at the game station. See you next time. Добро пожаловать в статуи. Это продвинутое поле с препятствиями, разработано для испытания вашей выносливости и силы. Правила просты. Свет будет выключен. Вы можете двигаться по полю с препятствиями в это время. Однако, когда свет включится, вы можете осматриваться, но не двигаться. Вы можете ходить, как только свет снова выключится. Очаровашка Пиджей, мопс-гусеница, будет следовать за вами. Если Пиджей доберется до вас, ваше испытание будет завершено. На этом все. Удачи! But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Where did you go? The game is over.
Джимми, с твоей работы директором по маркетингу Playtime Corporation прибыль компании взлетела до небес. Как у тебя это получается? Знаешь, обычно это не то, что ты ожидаешь. Это маленькие вещи, о которых большинство людей даже не думает. Например, возьмем имена. И давайте поможем людям это осознать. Вы берете звук «и», хлопаете его в конце имени «бум», и оно выстреливает. Хаги, Мами. Даже Эллиот сделал то же самое с Поппи. Ну, кажется, я... О, синий! Синий везде! Говорю тебе, какой твой любимый цвет? Синий, готов поспорить, верно? Зеленый. Ладно, вы особый случай. Большинство людей назвали бы синий. Но серьезно, маркетинг не так прост, как вы думаете. Я заставляю его выглядеть простым. Если есть хоть что-нибудь, чем Playtime Co. должна быть известна, то не игрушками, а маркетингом. После предварительного отчета на меня навалилось много жалоб на то, что якобы очень-очень большой паук ползает по всему объекту. Корпорация Playtime хочет, чтобы я напомнил всем вам, что таких больших пауков не существует. Если бы существовали, то, цитата, мы в любом случае уже были бы мертвы. Конец цитаты. В любом случае, вы можете быть уверены, что компания пришла сюда специалистов, чтобы они осмотрелись и избавились от постоянного нытья. Жалобы, видимо, являются основным вкладом каждого в эту компанию. Это просто паук. Вы все в безопасности. Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте свою работу. Записи 08502 в отношении эксперимент 1006 прототип. На этой неделе произошел тревожный звонок, когда он чуть не нарушил условия содержания. Прототип, по всей видимости, разобрал цифровой будильник в своей комнате и использовал батарейку вместе с несколькими другими компонентами для создания лазерной указки, которая позже выстрелил в камеру безопасности, отключив ее. Эти действия позволили ему остаться на 28,3 секунды абсолютно без наблюдения. Когда камера вернулась в строй, комната уже была пуста. Один специалист по наблюдению вошла, чтобы подтвердить его отсутствие. Однако, открыв дверь, она осознала, что прототип спрятался в одной из слепых зон камеры. Прототип попытался сбежать через открытую дверь. Однако, другой специалист по наблюдению смог удаленно снова запереть дверь. Несмотря на то, что другие специалисты все еще находились внутри. Один несчастный случай. По всей видимости, прототип обладает беспрецедентным уровнем интеллекта, выше, чем у всех других испытуемых, а также тревожной тягой к насилию. Будет необходимо провести дальнейшие процедуры подавления, чтобы гарантировать, что никакие другие эксперименты не разовьют эти качества. Эксперимент 1170, Хаги-Ваги, остается оптимальным результатом из-за его достаточного интеллекта, в сочетании с максимальным послушанием. Конец записи. Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. I was so scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable.